Так, кувейтский самолет. Так, приземлился 03:30. Так, люди встают. Там ждут. Мы в аэропорту. Братишка. Мухаммад. Так, там другой братишка. Резко. Пока. Нормально. Как настроение? Хорошо. Кого ждем? Анвар Хаджи. Дадашку Анвар Хаджи. Все в приятном ожидании. Еще чуть-чуть, и здесь появятся паломники. И священная земля Саудовской Аравии. Все в приятном ожидании. Людей видим. Вот они, наши паломники. Папашки. Кого-то дети встречают, кого-то родители. Какие красивые. Аташка, кому кусы? Молодец. Ты уже. Ты молодый? А вот там Дадашка, видим Дадашку. Вон Дадашка там. О, улыбается. А, вот самый красивый паломник. Самый старший. Дадашка. Я и вижу. Сейчас замолеть, сейчас тут нельзя. Какой она рука? Она рука заряженная, Кельген. Кто намаз не будет читать, я ему там говорю, пинайте. Хорошо. Там ходим, короче, на этот. Мадина заходим. Я всем арабам говорю. Ему говорят 90 лет, говорят. Ему можно кого-то хочет пинать, бить, короче. Уходит, короче. Силы много. Он еще за мной ходит, говорит, дейте на бой, короче. Рахмат, сгинала раза кусы. Ты сум подала? Да, ты же на ахда иди. А, Дадашка. Сунынки на кабиби? Устаса еще вот это все уже. Ой, да-да. Дадашка, как всегда, с приключениями. То паспорт у него, не как у всех, то чемоданы у него тоже чужие. Ну все, все позади. Тадашка сделал большой-большой путь, трудный, но счастливый. Все, теперь Тадашка у нас сильный, красивый, едем домой.